всем на 15, дорогие друзья, в пользу спортсменов из Швейцарии, первый партнер. Давайте пару слов об этой спортсменке. Второй номер испанской команды, ей 33 года. Она провела 130 международных турниров. Дважды. Нет побед у испанских девушек. Эльза, также как и у партнеров по команде, они все это выигрывали вместе. 5 раз они брали серебро этапа первого тура. Ну а сейчас 19-16. Да, ну, как это правильно, подача. Следим, разумеется, за параллельными матчами, потому что, ну, так или иначе, интересно, кто проходит дальше. Я совершенно точно знаю, что на одном из топ-кортов первую партию своего матча выиграли девушки из Латвии, чемпионки Европы по пляжному волейболу, Тина Граудина и Анастасия Кравченок. Они там с командой из Испании играют Амаранта Лопату, они выиграли 21 старт первую партию. Ну и также у нас сейчас проходят матчи Ван Янсен и Мамега Николи. Там первую партию выиграли девушки из Нидерландов. Ван Янсен и Мпа. Ну и стартовал матч между командами из Австрии и Италии. Чувствует Бофер Присючник. Американцы Орси Тоттен. Пока идет только первая партия. Ну что, возвращаемся в игру, дамы и господа. Вторая партия.
Это блестная череда из великолепная атака в исполнении Йоны Кайли. На смену сторон команда отправляется при счете 9-5 в пользу Стоит такие Швейцарии в борьбе за выход в 1/8 финала сочинского этапа мирового тура категории 4 звезды. Напомню еще раз, здесь у девушек право на ошибку нет. Проигравшая команда завершает соревнование. Дорогие друзья, я напоминаю, что если игры будут идти по расписанию более-менее, то у нас будет, как всегда, дневной перерыв. Грубо говоря, по расчетам игры должны в первой сессии, в первой половине дня закончиться в районе 2 часов. И возобновятся они в 15:00, то есть у нас будет такой небольшой должен быть. Но если же, естественно, игры будут продолжаться и продолжаться очень упорно, то, соответственно, там особого перерыва может и не будет. А вот перед самым перерывом еще раз напомню два матча с участием российских команд. 12:20 для Мекуйских против Карика и Брыля. Ну и в 13:10 интереснейшая встреча. Наши молодые звезды российского пляжного волейбола Шустова и Гусик против опытнейшего дуэта из Нидерланда Бауэр Мюлса. Очередная роскошная атака в исполнении Йоны Кайдри. 11-8, дамы и господа. Опа, на второй партии. И технический тайм-аут, дорогие друзья. Продолжаем мы следить, дамы и господа, за матчами, которые проходят на параллельных кортах. Опять же, очень интересно, кто пойдет дальше. Там на параллельных кортах буквально в 2 очках от выхода в 1/8 финала борьбористки из Латвии, Гаунина и Кравченока. Они
выиграли первую партию, лидируют во второй. Первую партию своего матча на допосте выиграли тоже имеющие много болельщиков в нашей стране. Итальянские волейболистки Марта Берегатти и Виктория Орсито. Они выиграли там в упорнейшей борьбе 22-21 сет. Ну, в общем, очень интересно проходят у нас матчи. Ну, а что касается центрального корта, то 21-16 и 12-9. Все это в пользу команды Швейцарии. А Мукергена Фрей, Йона Хайдри. Друзья, ну не поскупитесь на аплодисменты. Встречайте девочек на центральном корте. Прошли дальше, дорогие друзья, родины Коровчинок и Флаппи, с чем мы их поздравляем. Они сыграли базы восьмой. Ну вот, в матче между командами из Канады и Нидерландов, подъем с рифмами, это не кончили, третья партия, там будет тайбрейк. Hey!
что ж, у нас во второй партии, дорогие друзья, 17-17. Браво, говорим, Елянка, наши тенинцы по Киризу. 18-17. Классная вторая партия, 19-19. Вот это вот кстати, кульминационное мгновение второй партии. Друзья, красная карточка. Но с
сейчас объясню в двух словах, не пугайтесь, девушки в Испании не останутся в одиночестве. Красная карточка показана второму номеру из Ипокевита, это значит без розыгрыша очко в пользу команды Швейцарии. И таким образом швейцарки зарабатывают матчбол. Stand up, now everybody clap your hands. Вот так вот романтично. Матчбол, Швейцария. Браво! Великолепно в стиле отыгран этот матчбол. Очень драматично сложилась концовка этого матча для них, но они завершают соревнования. Итак, друзья, дальше прямо по курсу. Дальше прямо по курсу, дамы и господа, у нас очередной матч женской части турнира. И на площадку выйдут вторые сильные на наших соревнованиях. Это очень сильная канадская пара. Сара Перен и Мелисса Гумана Паредес из Канады против них. Дуэт из Соединенных Штатов Америки. Алекс Линеман и Эприл Росс. В общем, даже в какой-то точнее степени удивительно, что эти команды оказались в первом раунде плей-офф. Но вот с одной из них будет суждено сойти с дистанции. Это очень сильные пары из Канады и из Соединенных Штатов Америки. А вот так сложилась турнирная судьба. Обязательно поподробнее об этом расскажу уже по ходу матча. Небольшая пауза, после чего, друзья, мы с вами смотрим эту встречу.